Сейчас в детском образовательном лагере «Профисмена» отдыхают мальчишки и девчонки со всей страны, которые хотят узнать о самых разных профессиях и научиться чему-то новому. В «Смене» у каждого есть возможность осуществить свою мечту, что и произошло с нашими героинями. Давайте с ними познакомимся. Всем привет! Меня зовут Милена. Я приехала с КЧР в лагерь «Смена». Мне здесь очень нравится. Здесь очень много разных мероприятий, конкурсов, развлечений, много игр. Здесь воплотилась моя мечта побывать на море. Привет, меня зовут Белла. Я впервые в этом лагере. Здесь очень классные конкурсы. Я здесь везде участвую. Здесь мне очень нравятся спортивные соревнования. Очень красивое здесь море. Я много здесь его увидела. Я вообще была в шоке, когда увидела море. Для меня это было вообще такое событие. Еще мы здесь были на сферотическом планетарии 3D. Вот там тоже мы были в первый раз и смотрели про всяких планет в 3D. Белла Жанова и Милена Биждова стали героями передачи «Дети ждут» телеканала «Архыз-24» Карачаево-Черкесской Республики. В рамках этого телепроекта ведущие передачи стараются исполнить одну, самую заветную мечту ребят, воспитанников детских домов. Наши героини всегда мечтали побывать на море. И вот они уже плещутся в теплых соленых волнах под жарким анапским солнышком. Море вообще замечательно. Я первый раз на море, я даже не ожидала, что оно такое соленое. Вот. Оно очень теплое. И вообще классное. Даже не хотела с него уходить. Когда плаваю, ощущаю, что сзади как будто тебя волной уносит. Вообще, это незабываемое такое ощущение. Мне очень быстро удалось загореть. Я теперь вся черненькая. Мне очень нравится этот загар. Вообще классно. Море чистое, теплое очень. Соленое, конечно. Смена – это класс, смена – это круто. Друзья, приезжайте в Всероссийский центр «Смена».